Как вас зовут? Афоний. Викентий. Изольда. Нина. Эльвира. Люся. Лариса. Жанна. Ира. Галя. Аркадий. Илья. Витя. Арсен. Все называют меня Мурчик. Гена. Антон. Кем бы вы хотели стать? Цыганам, которые воруют мобилы. Наверное, мусор убирать. Уборщицей. Наверное, уборщицей. Дворником. IT-специалистом, там, не знаю. Бухгалтером. Директором каким-нибудь. Учителем, может. Учителем. Депутатом. Сантехником. Сантехником. Патологоанатомом. Торговцем рыбы на море. Стриптизером. На кого похож ваш учитель физкультуры? Гомер Симпсон. Заяц с Нобереди. Микки Маус. Микки Маус. Матроскин. Шрек. СпанчБоб. Винни-Пух. Чип. Наруто. Что бы вы сделали, если бы получили 200 баллов по всем ЗНО? Куражился бы в Майами. Поела бы. Купила бы колбасы и поела бы. Танцевала бы. Поехала бы в лес. Прыгнула с парашюта. С парашюта, наверное, прыгнула. Напилась. Бегала бы голой. Как вы будете общаться со своими учителями после окончания школы? Будем гарифаниться. Перекрашусь в зеленый цвет и скажу, что я свой. Ничего. А что с ними делать? Как обычно, ничего. Сфоткаюсь. Ой, даже не знаю. Подружусь. Спрячусь. Убегу. Я побегу к ним, потому что хочу их увидеть. Подружусь с ними. Как зовут директора вашей школы? Тяжелый вопрос такой. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ага. Не знаю. Даже не знаю. А у нее было имя? Что вы можете сказать о своей школьной жизни? Ну, потому что наша жизнь – это сплошное мучение. Жизнь – тяжелая штука. Жизнь – тяжелая штука. Много трудностей, поэтому... Тут тоже версий много, об этом много говорить. Жизнь – стресс. Наша жизнь – очень сложная штука. Наверное, много плохого сделал. Так и сиди. Ну, я никогда не говорю, отмучился. Как вы выглядите, если не получается решить задачу? Раздражительно. Издается визг поросенка. Почему отвечать у доски перед учителем так сложно? Многие не слишком не уверены в себе. Можно было как-нибудь ответить. Мозг – подлая штука. Ну, потому что тупим мы. Ну, не знаю, ты пока там стоишь, думаешь, что искать, а потом ты уходишь, и все именно собирается в одну кучку. Эмоции сначала. Ну, может, возраст еще ж маленькая. Я натуральная блондинка, так что вопрос не по адресу, не знаю. Потому что в шоке. Потому что волнуешься, когда перед ней стоишь. Боишься ответить. Потому что самое смешное хочется сказать сразу, и это не всегда очень культурно. Ну, то потому что боишься ей нагрубить. Тугодумие. Тугодумие. Что вы будете пить сегодня вечером? Самогон. Самогон. Чача. Самбуку. Киву. Много. Коньяк. Коньяк. Наверное, вино именно красное, у меня от него руки трясутся. Пиво, наверное. Мартини. Виски. Кровавая Мэри. Ром. Водка. 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 Наверное, водка. Пожелания выпускникам. Чтобы у вас в жизни все сложилось, и через долгое время мы встретились, и у всех все было хорошо. Я желаю вам счастливой жизни. Вы хорошо, чтобы все сдали экзамены. И все у вас было хорошо. Ребятки, я вас очень сильно люблю. Желаю вам всего самого лучшего. Выбрать свой правильный жизненный путь. Быть самыми счастливыми, и все, и нам почаще встречаться. Всего, чего бы они хотели дальнейшего в своей жизни. Хорошо закончить школу, сдать экзамены и поступить куда хотите. Ну, семейная жизнь, наверное, хорошая. Желаю, наверное, ребятам, чтобы они сдали хорошо ЗНО, хорошо закончили школу, и вуз, который они хотели бы поступить или думали поступить, поступили бы, потому что это очень важно для нас. Желаю вам удачи, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Мы с вами как до победного самого. Хорошо сдать ЗНО, поступить куда они хотят.
Удачи, счастья, здоровья. Я хочу, чтобы каждый нашел себя в жизни, чтобы каждый знал, чего он хочет от жизни. Знать последнее зло хорошо и поступить, куда они хотят. Ну, я хочу пожелать всем удачи, успешно сданных экзаменов, ну и всего хорошего. Желаю всем закончить хорошо школу, поступить в университет, который вы хотели с самого начала, и крепкого здоровья всем. Счастья, удачи, здоровья, всего наилучшего.